Чего нет? Читает. Звездочка. Слишком ясно. Дерево нас остановит. Давайте неплохо. Неплохо. Война впереди. Надя, подвижение юг, Надя, мужики, там подвижение, доходим до канавы. Деньги, у тебя же есть GPS, да? Да. Давай, иди впереди, чтобы пацаны по тебе равнялись. Сейчас, не дай бог, зайду за черную линию, это пиздец будет. Мы по черной линии идем? Нет, 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 сейчас просто вниз спускаемся. Можно прям даже по полю ебашить, вообще плевать. Когда дойдем до этого квадратного леса, дальше уже нужно типа очень аккуратно по канаве. Вообще не выглядывай, не выглядывай из нее. И, ребят, как можно быстрее. По ней, а он дай мне не ту полосу выбил. На 150. Ля, какой поле. Не, лада, ФПС на что-то Ливоне пониже будет. Да, зато леса какие. Ну, красиво, наверное, для, с точки зрения вообще армы. Ну, не только красиво, функционально. Это но лучше. Это но? Учтите, что есть тепло. Пошли, этот лес зачищаем по фулу. Так посмотрел, ну вроде бы чисто пока. Вот разная труба есть. Калаш. Убил того, кто стрелял, убил, убил. Еще убил, да. СВД мой был. Добил. В кому стреляли? Крути. Мулок жив? Мулок ее, ну покажись как. Он без сознанки, скорее всего, проверит. Проверь. Поищи. Проверяю врага. Вы за железнодорогу, да, воюете? Да. Иду Мурлока смотреть. Если этот был, здесь еще будут. Жетон. БТС Сантура. По вам стреляли? Ранен. Вдоль реки, вдоль реки. Да, с востока. Отошел. Да-да. Вижу, по-моему, его там задерем. Перед ним сможешь примерно навести хотя бы? От меня 50, только ствол торчит. От тебя? Могу поработать с пуликой просто. Сейчас, подожди. Да, залей, чего нет? Залей, а он, я вижу, подожди, я а где он? В кустах у берега? Справа от воды, справа от воды за деревом. Прям ствол вижу, могу с пулика дать ему, у меня оптика. А, вижу, тоже вижу его, мужик. Давай на щиты. Он по кому-то стрелять начал, я открыл огонь. Да, ты меня спал.
Еще левее. Могу трассер дать для бэхи, надо? Давай. Саша, стань, я не вижу горку, вот смотри, корректирую сейчас. Прямо над водой. Над водой надо стрелять. Сейчас хорошая была последняя у Бэхи. Хорошо было, да? Да. Хэдки, у нас есть медик? Метку поставь. Тащите его сюда. Я тоже туда оттянусь полечиться. Тяни на берегу, да? Да, Шайтан, тоже подходите. Здрасте, да. Если что, давай три. Слушай, я. А, давай я побегу, пойду. Я как раз вдалеке от всех. У меня выбор еще один. Потерял его за кустами, в упор у меня север-запад от меня. Рамзи, ты? Это Брамзес, да? Ребят, к нам кто-нибудь на восток, к Брамзесу придите, потому что мы там толпились, все места у меня в куче. Да, я продвигаюсь, как раз отхожу от 75. А мы прям на хронке леса вдвоем, блядь, здесь. К вам пришел на восток. Так, братик, все, переставай долбить, уже близко к нам. Яна, ты там видел, да, где... Одного убил? Восток, восток от дороги, близко к нам. Метка РМ-поле примерно. Ты убил, да? Да. Sorry. Парни, мы вот уехали в сторону региона. Все, сами по себе давай. Рамзес, тут БТР виден, который был у нас... Я уже здесь просмотрел, никого не увидел. Так, стреляй на силу. Кто стреляет, от тебя на востоке очень близко. Харт, я его ранил, он без сознанки, да. Лежит за деревом. Рамзи, ты стрелял что-то? Да. Восток близко у тебя, очень близко. Я понял. Ян, ты из пулемета уже стоял? Да. Нет, ты. Один очень был. Харт, вот чуть-чуть дальше, 5 метров, он за дерево. Труп лежит, недобитый, блядь. Чё, блин? Блядь, пока никого не потеряли, да? Так, парни, мы сейчас план как делаем? Будем на юг от вас уезжать. Сейчас поможем вам чуть-чуть. Нам, кстати, нужны медики, вот. Кинь себе метку опять в наил, не убей. Артём уже тут. У этих БТФ двое на короткой остались. Почти. Джеки, добежал, Марак? Да. Почти. Так, Мурлок, сейчас, давайте поедем сейчас на Мурлок с Рамзесом, заберем. Тоже Джеки мог. Да. А они где вообще? Ты, Джеки, ты сейчас был, что с ним? На хобби метка на него стоит. И бежит к меч. Высаживаемся, мужики. Ставитесь и двигайтесь. Короче, в
поле. Сетбой на связи? Остановитесь и двигайтесь. Там же стоит. Ребят, сейчас четко дамазим удвижение. Ну-ка, мужики, покуешьте. Слышу Бэтмен, тихо. У меня Бэтмен на моей мете. Кто говорит? Лучше. Попадание в шок, шок нам. А, нихуя. Хуя себя не закрысили, бля. Я перегал и уничтожил. Бля, не крыся. Чё такое? Бля, по мне злость. Это враг, возможно быть. Будь живой? Проверьте, Гуха. Да-да, не проверяй, не подай. Бля, он бежит добивать. Где он? Да вон он бежит к нему, мы тоже бежим. Сейчас добьет, бля. Цел? Дихи валяется. Где Гук-то, блядь? В смысле? Он живой, живой, надо лечить его. Ну он как бы вылез, но поэтому получил пизды. Медиков сюда хоть надо. Другой сгорел. На работе. Пиздец, нахуй, он вытекает, как еще лучше. Может быть, закончились. Я тоже сейчас закончу. Понял. А, это что такое? Здесь это не медиков, пап. Это лук кого-то ёбнули. Так, это было не одноразово, это не труба была. После попадания танка, по-моему, типа того. Левую руку мотаю. Ещё морфин откалите. Будьте на КВшку на дальнюю, сейчас ДВ7. Будите, он же закрывал, но 5 километров должно быть. Все, мужики, погнали. Слушай, я понял, что он мог быть. Какой у вас ДВ сейчас? Рамзес, ДВ7. Рамзес, деки нас подождите. Брат, ты где тоже? Она идет навстречу, мехвод. Русский медик. Перемедь. Опа! Сюда, уебищ. Нас не заметил, нормально, подходим ближе. Он, блядь, пришел на нас и дальше сейчас на нулях убегает. Надеюсь, он заметил, пизда. Ближе подхожу. Убивайте их лучше сразу. Мужик, там опасно было стрелять. Офицерки, противник, втором этаже гранатометчик. Прям в Дейзи здание такое, знаете?
Там Зушка на крыше как раз стоит, походу. Это да, Гошки кидал. Да-да-да-да. Пикает нас, пикает, блядь. Да оптикой снимать, мужики, оптики нет, мимо. Дай пинчик, мужики. Он нас заметил? Да, наверное. Я не знаю, я ушел, но хуй знает. Я давай меня. Кстати, очень много прострелов, пиздец. Второй этаж пикает, офицерка, справа. Не вижу. Нокнул. Армовская, арма 3. Второе окно слева. На крышу, на крышу, на крышу еще раз. Коричневое здание на крышу. За казармой. Казарма ранил. Ранен под стенами. То видел его, где он был? Хард, посмотришь, я броник возьму за стеной, за углом. А, вижу, в кустах. Убил. Кусты на 320. Посмотри, я возьму. Все, ништяк. Разрушенное здание, 220, второй этаж. Офицерка минус на третьем. Да. Все, да, хорош. Так.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.